Но разве дано кому-либо знать о настоящем мастере все? Ведь в подлинном мастерстве всегда есть тайна. Яшин мечтал о своей вратарской школе. Вот такой может быть, как это. В голландском клубе «Витес» шестилетних мальчишек тренирует Ян Йонгблад, самый знаменитый из вратарей-ветеранов этой страны. Алексей Хомич. Лев Яшин. Дина Дзов. Майер. Гордон Бэнкс. Питер Шилтон. Ханс ван Брокелен. Вальтер Дзенга. Мишель Придом. Андони Субизаретта. Бодо Илгнер. Серхио Гойко Эчеа и другие вратари футбола в фильме с участием Рудди Гуллита Мишеля Платини Сальваторе Скилаччи Марко ван Бастена, Диего Марадона, Пеле,
Сандро Мацолы и других звезд мирового футбола. Притягивало к нему людей, и неизвестных, и знаменитых. Это он с великими вратарями 30-х годов, испанцем Заморрой, чехом Планечкой. А эти кадры мы снимали в Москве, в 65-м. Пеле сказал тогда, что, по его мнению, в истории не было лучшего вратаря, чем Яшин. И сейчас, в 90-м году, он повторил это. С другим его другом Сандро Мацолой мы встретились в Милане. Знаменитый футболист познакомил нас со своим архивом. Кажется, Мацола родился на футбольном поле. Не было, например, случая, чтобы он не забил пенальти ни разу до Яшина. Матч Италия-СССР решал, кому выйти в финал Кубка Европы. Даже не матч, а этот момент.
No, era la, probabilmente la paura. La paura di avere di fronte... Это был страх. Страх перед вратарем, против которого я стоял. Мне было всего 22 года. Тот миг, когда я стоял перед ним, и мы смотрели друг на друга, я запомнил навсегда. Я тогда совершенно не был уверен в себе. Я не понимал, что мне нужно было делать. Он был сильнее меня. Это правило спорта. Лучший побеждает. Так играл Яшин в знаменитом матче в честь столетия английского футбола. Так его награждали в Москве как лучшего футболиста Европы. Среди корреспондентов Алексей Хомич. И вот последний матч, прощальный. Сборная мира, сборная «Динамо» СССР. Мы сняли тогда целый фильм. Сам Бобби Чарльтон во главе сборной мира. Были два вратаря, с которыми я встречался много раз и очень хотел забить гол в их ворота. Первый — это Яшин, а другой — Дзов. Я много раз играл против Дзофа, и мне ни разу не удалось забить ему гол. Для меня это было просто несчастьем. Дина Дзов пригласил нас на тренировку своего Ювентуса. Я говорю ученикам, что самое главное для вратаря — чувствовать свои силы, иметь свою индивидуальность. Это очень важно. Это была последняя тренировка в Турине. По воле хозяев тренер прощался со своей командой, которую он привел к победе в одном из важнейших турниров Европы. Конечно, были в его жизни моменты и потруднее. Меня сильно критиковали. Мне было уже 37 лет, и я должен был бороться за то, чтобы вновь обрести уверенность. Я упорно тренировался. Затем был чемпионат 82 года. Я был тогда капитаном команды в возрасте 40 лет. Если чемпионат в Аргентине был разочарованием, то чемпионат в Испании 82-го был для меня счастливым. Остается добавить, Дина Дзов на двух чемпионатах мира не пропускал мяч в свои ворота 1114 минут подряд. А до Дзова рекорд принадлежал Гордону Бэнксу. Мы были его гостями в Лестере. Вместе со сборной Англии Бэнкс стал чемпионом мира в 66-м году. То, что произошло в 66-м году, было величайшим событием в моей футбольной карьере. Ведь мы играли против лучших команд и игроков мира. И мы выиграли. И после победы мы сфотографировались с кубком, прежде чем навсегда расстаться.
with the cup before we dispersed. And on another occasion, while playing here at Leicester, little happening happened before the game. Однажды мы играли здесь, в Лестере, и появилась вот эта собака, которая не давала начать матч. Мне повезло, я схватил ее, фотограф это снял и получил приз в Бирмингем Форест. Когда я закончил, мне было грустно, что я не могу найти работу в футболе. А ведь я отдал этому всю жизнь. О том, что он стал бизнесменом, Бэнкс сообщил без восторга. Опыт выдающегося мастера не понадобился. Грустно. За Зеппо Майером, чемпионом мира 1974 года, мы буквально гонялись по разным городам Германии и нашли его в Дуйсбурге. У Майера десятки учеников. Он работает с вратарями и в сборной Германии, и в местной футбольной школе. Так он играл, кажется, еще совсем недавно. Самое трудное в жизни вратаря – это пропущенный по его вине мяч. Но когда приходит успех, об этом забываешь. Такой успех пришел на чемпионате в Мюнхене. Мы одержали победу, на нас смотрел весь мир, и я очень гордился этим. Особенно запомнился финал чемпионата. Голландия, ФРГ. Изобретательности Майера-тренера. Он придумывал все новые и новые упражнения. Они еще не знают, эти молодые парни, какой тяжелый путь избирают для себя. Например, закончился последний чемпионат мира для аргентинского голкипера Нери Помпидо. Двойной перелом ноги
на старте чемпионата. Случайность? Возможно. Но если что-нибудь и погубит футбол, так это, по-моему, стремление играть на грани риска, что диктует сегодня и коммерция, и фанатизм. Myself, yes, I've had one or two things that I've had to been put together. I have a replaced hip joint. That's with Не могу два пальца вместе соединить. Сместились суставы из-за ударов. Боли в плече. А пальцы после переломов правильно не срастаются. И запястья повреждены. But after saying that, I think we would all the goalkeepers would still say they would still go through the same thing. Но это у всех вратарей, если они хотят достигнуть вершины. My really worst injury was actually when I was 17, and I'd taken over in goal for Leicester City, and we played in a match at Manchester United. Однажды в 17 лет я стоял за Лестер Сити против Манчестер Юнайтед. Я столкнулся с игроком, хромал, но продолжал играть. Но во втором тайме, через 20 минут, снова толчок, и меня отвезли к хирургу. Это было на глазах 60 тысяч поклонников команды. Я не играл 3 месяца. А недавно, на игре с Бразилией, я повредил глаз и некоторое время не видел. Все это неприятно, но этого надо ожидать. Я думаю, что эти трудные моменты в моем жизни, это не стоит, что мне торвард сайн ту махан, что я не прифейсах, но я несколько раз у меня были не сильные травмы, но однажды я получил тяжелую травму ноги. И хотя через год все было хорошо, я должен был в результате этого расстаться со своей спортивной карьерой. It's simple that most players, not so much me, but most players, their career is probably fairly short, between 5 and 10 years for the top players. And выступаешь в большом спорте очень недолго, иногда 5-10 лет. А надо обеспечить всю оставшуюся жизнь. Приходится тяжело работать, чтобы попасть на вершину и зарабатывать сколько сможешь. But it's when the problem is when money starts to interfere with football. Но иногда деньги становятся важнее, чем сам футбол. Для меня же футбол самое главное. Guido del mare luce e tira forte il vento. Una vecchia terrazza davanti al golfo mio.
ricomincia il canto. Se voglio bene a te, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie in sangue di te. Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo un lampare e la bianca via Brunelli. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da un... Такое мы увидели Италию летом 90-го года. Футбольные мотивы во всем. Но главное ли на футбольном празднике футбол? Мне кажется, слишком многое мешает этому. Но у нас-то была конкретная задача. Найти ответ на один вопрос. Кто же сегодня сильнейший из вратарей? Труднее всех Вальтеру Дзенги. Он играет на родине, и все 100% итальянцев требуют только победы. А тут даже новички европейского футбола, американцы, едва не забили ему. Добивается своего Сальваторе Скилаччи. А так его товарищ по Ювентусу Роберто Баджо. До самого полуфинала Дзенга уходил с поля сухим, мечтая побить рекорд Дина Дзоффа, своего кумира, как он признался нам однажды. Еще до чемпионата я был покорен искусством Мишеля Придома. Мы познакомились с ним на печально знаменитом стадионе Эйзель в Брюсселе, где, помните, погибли 39 итальянских болельщиков. А испанца Андоне Субизаретту мы увидели только здесь, в Италии. Бельгия, Испания. Нападающему тяжелую травму. Посмотрите, ногами навстречу игроку. Ну не дьяволы ли эти вратари? А теперь
il penalti. Но кто-то из товарищей ошибся, и ты бессилен. Я думал, ну хорошо, победа, независимо от гонораров, это уже сама по себе награда за такой каторжный труд. А поражение? Je crois qu'on ne sait pas le faire uniquement pour l'argent. Bien sûr, l'argent est important, ça c'est certain, je crois que tout le monde en a besoin pour vivre. Mais la chose la plus importante, je crois, c'est l'amour du football, comme vous dites, parce que moi, par exemple, si on... Каждый большой матч – это событие. И не только потому, что деньги, хотя и это важно. Ведь надо зарабатывать на жизнь. Но для меня главная любовь к футболу. Пока живу, буду играть. Я люблю футбол и не представляю своей жизни без него. В матче Англия-Бельгия мы ждали неприятности от английских болельщиков. Это они виновны в кровопролитии на брюссельском стадионе Эйзель. Но двухдневный сухой закон помог. Инцидентов не было. Питера Шилтона 122-й матч за сборную. К концу чемпионата их будет 125. 23 года в воротах, как Яшин, как Дзю. Буквально в самом конце матча. Мне было искренне жаль вратаря. Поздравляем вас, маэстро. Вы были безупречны.
Мишель Придом, спасибо за рыцарскую игру. Вы останетесь любимцем своих красных дьяволов, как называли здесь бельгийских болельщиков. Let me explain that better. When I was younger, you sort of don't suddenly appreciate when you make a bad mistake, especially in an international match, just how important it can be. Важно, что ты понимаешь. Ошибки будут с тобой всегда. Это часть нашей игры. Mistakes do happen, but you also learn that there are some very important games that mistakes live with you forever. And obviously you try. Но если ты делаешь ошибку в большом матче на первенстве мира, это может быть последняя ошибка в твоей жизни, даже если у тебя позади большой путь. If you make a silly mistake in a big match, a World Cup match, then that is there for the rest of your life. And the same as if you make a great save. So, you know, that is something, as you get older, it gets easier. Что ж, именно Шилтон совершил позднее такую ошибку в матче с Италией. И верный слову, он простился со сборной страны, уступил дорогу молодым. Хотя и по сей день в Англии, я убежден, нет равного ему вратаря. На этот замечательный стадион Милана, настоящее чудо архитектуры, мы приехали в надежде увидеть игру высшего качества, ведь встречались футбольные гранды – Германия и Голландия. Этот матч Пеле справедливо назвал досрочным финалом. Преемник Йонгбладта, многоопытный голландец Ханс ван Брокелен. И совсем молодой ученик Зеппа Майера Бодо Илгнер. Конфликты начались с первых минут. Предупреждение Райкарду за грубость. По-моему, немецкий нападающий Руди Феллер сделал все, чтобы не травмировать вратаря. Себя. И ван Брокелен прямо рвался в бой. А вот судья разбираться не стал. Удалил и его. Брокелен, словно стремясь загладить вину, боролся как лев. И этот гол не его вина. Гулли бьет мимо. Ван Бастен. Чтобы голландцы
немцы упускали такие возможности, никто не ожидал этого. Не забиваешь, забивают тебе. Сборная Германии уверенно шла к финалу. Мы уже спешили в Неаполь, на стадион Сан-Пауло, на полуфинальный матч Аргентина-Италия. В победе команды Вальтера Дзенги не сомневался никто. Я тоже. Даже священники, благословляя в этот день новобрачных, призывали их болеть за Италию. 70% участников опросов называли финалистами Италию и ФРГ. Тренер аргентинцев Карлос Белардо не знал, ставить ли травмированного Марадону. «Если я не буду играть, я покончу с жизнью», — сказал журналистам Марадона. Аргентинцев молодой Серхио Гойкоэчеа, дебютант сборной. Игру нашего века. Итальянцы забили первыми и, как мне показалось, посчитали дело сделанным. Но вот она, ошибка на выходе. 1-1. 517 минут не пропускал мяча на этом чемпионате Вальтер Дзенга. Посмотрите, ошибаются даже лучшие вратари. Конечно, это несправедливо. Решать судьбу столь важного матча в серии пенальти, отдавать в руки случая. Итак, Италия 2-1. 2-2. Италия 3-2. 3-3. Роберто Баджо 4-3. Перед матчем Гойкоэчеа обещал команде хотя бы один пенальти обязательно взять. Дзенга против Марадоны. Последний шанс итальянцев. И вновь Гойкоэчеа. Аргентина в финале. Когда говорят, что без Марадоны это заурядная команда, не верьте. Есть еще вратарь Гойкоэчеа.
теперь болельщики Германии на победу своих в финале ставили 100 против 1. 8 июля, Рим, стадион Олимпико, финал. Казалось, мы попали в Баварию. А команда Аргентины, которую из-за удаления и травм прозвали командой на костылях, все-таки доковыляла до финала. «Кубок мира можно вырвать у нас только сердцем», сказал в интервью Диего Марадона. Бодо Илбнер и Серхио Гойкоэчеа, два самых молодых вратаря чемпионата. Эпизодами был похож на игру. Грубо сыграл Гойкоэчеа. Судья пропускает. Ясной ситуации удаляется аргентинец Педро Менсон. Драма разразилась за 5 минут до конца. Пенальти. В одно мгновение решилось все. Потом, после повторов по телевидению, возникало ощущение, что и на этот раз ошибся судья. Аргентинцы готовы были устроить потасовку, но что это могло изменить? Обычно в сильнейших командах самые опытные и старшие по возрасту – вратари. На этот раз все наоборот. Но кто же все-таки лучший вратарь мира? Ma io posso parlare dell'epoca moderna dove ho visto, ecco, e quindi possiamo partire da Ясин. Я могу говорить только о нашем времени, о тех, кого я видел. Ясин, Бенкс, Майер, Дзов, Заморра, Планичка. Я считаю, лучшие вратари сейчас Досаев, Дзенга.
и Шилтона я считаю одним из лучших вратарей мира. Per me è difficile dirlo perché io ho cominciato a capire calcio, a vedere calcio dal 1970 in avanti. Quello che dice la gente. Когда я начал понимать футбол, было много хороших вратарей. Великими вратарями были Яшин, Бенкс, Зоф. Я запомнил также игру Томашевского, Майера. In Italien haben wir Zenga, in Holland haben wir Van Breukelen und in. В Италии Дзенга, в Голландии Ван Брокелен, а в Бельгии Придом. Я думаю, лучшего вратаря можно найти среди них. Лучшие вратари, чью игру я видел, это Лев Яшин из России и Дина Дзов. Я считаю Дзенгу лучшим вратарем в данный момент. Я думаю, лучший вратарь Дзенга из Италии, Ван Брокелен из Голландии и Придом из Бельгии. Я считаю одним из лучших Льва Яшина. Его уже нет в живых, но он был одним из самых выдающихся вратарей в истории футбола. Признаюсь, я согласен с Майером. Как бы ни были сильны сегодняшние вратари, мой кумир Лев Яшин. Он так и не научился смотреть на футбол со стороны. Футбол со стороны, ну, для меня он выглядит как вся моя жизнь, потому что я посвятил футболу все, отдал футболу всю свою молодость, можно сказать, и здоровье. Поэтому со стороны футбол мне смотреть очень странно и как-то неудобно, потому что я профессионал. Это моя работа, я взрослый, это моя жизнь. И сказать, как страна выглядит. Я думаю, что все-таки футбол выглядит, конечно, прекрасно, но и не очень просто. Футбол, наверное, надо сильно любить, отдать ему все для того, чтобы он дал тебе что-то. И я думаю, что я этому добился. Я футболу отдал все. Можно сказать, отдал всю свою жизнь. Понимаю, у каждого свой избранник, достойный уважения, памяти.